да. Thank you.
В одном из помещений. Пожару был присвоен повышенный второй ранг сложности. На месте пожара было сосредоточено 12
основных и специальных отделений пожарно-спасательной техники и порядка 45 человек личного состава. В 11 часов 40 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров. При тушении пожара осуществлялась эвакуация людей, проживающих в данном здании. Всего было эвакуировано 20 человек, в том числе пожарно-спасательными подразделениями из зоны воздействия опасных факторов пожара было эвакуировано 2 людей. На пожаре пострадал 1 человек, женщина доставлена в институт Склифосовского. Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки. Спасибо. Женщина, она эвакуировалась самостоятельно до прибытия, предварительный диагноз и проблема. В одном из помещений, в горевшем помещении, значит, жители уже частично вернулись в свои помещения, ну, те, которые здесь находятся. В принципе, ничего не угрожает. Спасибо большое. Продолжение следует...
Хорошо, что не на работе, а вот здесь не под машиной.